Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 51 главе книги пророка Иеремии. В этой 51 главе то ли продолжается, то ли возобновляется заново звучит пророчество о Вавилоне и его судьбе, пророчество, которое также включает в себя слово о судьбе Израиля, о возвращении из плена. И надо полагать, что произносятся эти слова, эти проповеди буквально в самом начале эпохи плена, когда многие думают, что это на год, на два, а пророк Иеремия свидетельствует своим соплеменникам и говорит, устраивайтесь, там это надолго, говорит Господь. И вот Господь же через того же Иеремию возвещает и о судьбах Израиля отдаленных и говорит о том, что пошлю на Вавилон веятелей, истребите все войско его, «Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа». То есть Господь не забыл, не бросил, не расторг свой союз и договор с Израилем и Иудой, хотя земля их полна грехами, но все-таки Бог не бросает. И вот «бегите, — поэтому говорит правда, из среды Вавилона, спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть, от беззакония его. Это время отмщения у Господа. И таким образом, речь идет, собственно, о том, что и израильтяне, и иудеи, и может быть вообще любые люди, до кого достигнет это слово, призваны избежать участи вавилона и чтобы не погибнуть от беззакония его. Потому что эти люди живут в беззаконной стране, ими правит, ну, в лучшем случае, безумный царь худоносор, Но они, на, на самом деле, на них не возлагается ответственность за преступление Вавилона. Им говорится, бегите, спасайте каждую душу свою. Потому что вот Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю. Теперь бегите от него и рыдайте о нем. Не предполагается, что чисто механически люди по случайности. В сущности, оказавшиеся в стен, внутри стен Вавилона и в этой золотой чаше опьянявшей народы, что они будут нести моральную или физическую, так сказать, ответственность за преступление Вавилона. Это важная вещь, потому что идея коллективной ответственности. Можно, конечно, пытаться подтвердить ее тем или иными библейскими цитатами, но в целом дух библейского откровения скорее говорит об ответственности личной и вообще не, практически не рассуждает на тему коллективной ответственности. Всякий раз, когда говорится о том, что вот этот народ, он погибнет, его рассеют, придет на него там воинство великого народа с севера, бегите, не оставайтесь там. Не участвуйте в этом беззаконии. Бог всегда дает нам возможность иметь некоторую свою собственную, личную, нравственную позицию, как бы это ни было трудно. «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю». По-видимому, речь идет о пленных из разнообразных народов, которым, которые говорят друг другу, «Мы пытались созидать эту страну Вавилонскую, но ничего из этого не выходит. Пойдем каждый в свою землю. Господь вывел на свет правду нашу» пойдем и возвестим на Сионе. Правда, таким образом, в том, что Израиль наказан за свои грехи, и Бог вернул плен его. Говоря дальше о судьбе Вавилонин, пророк еще и еще раз подчеркивает это отмщение Господа за храм его. «Пришел конец твой мера жадности твоей, речь идет о вот таких вот свойствах Вавилона и вавилонских царей, которые противны правде Божьей. Гордыня, жадность, кощунство и жестокость. И Господь говорит здесь о своем величии как Творца – сотворил Господь землю силой своей, по глазу его шумят воды, безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик и стуканом своим. Здесь подробно останавливается Господь на идолопоклонстве, таком нелепом, таком чудовищном, и говорит, это совершенная пустота, дело заблуждения, во время посещения их они исчезнут. Это совершенная пустота. Тоже люди по-разному думают об этих всех идолах. Кто-то считает, что это там что-то реальное, кто-то считает, что это вообще прям бесовщина. Ну вот Господь через Иеремию говорит «совершенная пустота». Пустота, дело заблуждения. Не такова, как их доля Иакова, потому что Бог его есть творец всего. Все события с аманитянами, с едомом, с мавитянами, с эламом, с самим Вавилоном, с Израилем. Все это, о чем говорит пророк – все это реализуется и свидетельствует о том, что вот так, как этот Бог сказал, так оно и происходит. И поэтому Господь есть Творец всего. Это знак того, что действительно Бог сотворил этот мир, и поклонение Ему будет правдой, а не совершенной пустотой, как с этими идолами. Снова до самого конца главы продолжаются вот эти обличения Господа Вавилону. «Воздам Вавилону всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе». Снова и снова так произносятся эти угрожающие, пугающие пророчества, как будто... Как будто невозможно остановиться, как будто э, пророк, э, умолкнув всякий раз снова, видит еще один поэтический образ и э, произносит еще одну строчку. Но суть, в конце концов, очень проста. Город царя Вавилонского будет разрушен за все то зло, какое они сделали. И вот обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и потому Господь вступается за нее. И, наконец, дальше в заключительной части этой главы, дальше о Вавилонинах Господь говорит, «Сведу их, как ягнят на заклание, как сделался Вавилон, ужасом между народами, в общем с некоторым все-таки сочувствием, понимаете? Даже когда по справедливости, провинности, грехи, вины людей вызывают на их головы законные и справедливые кары, все равно это не повод а, не злорадствовать, не удовлетворенно а, так сказать потирать руки о том, что справедливое совершилось. Все равно это повод для сочувствия для тех, кто, избег наказания и для тех, кто подвергнут наказанию, это повод пожалеть, пожалеть тех, кому досталась кара Господня. И больше того, другие пророки свидетельствуют о том, что так и Вавилону следовало бы отнестись к израильтянам. И вот Господь говорит о том, что я посещу идолов Вавилона, как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Снова работает этот принцип. Тебе будут делать так, как ты делал другим. Зло, которое ты сделал, обратится на твою голову. И в общем... Иеремия провозглашает это от Господа как э, такой вот закон человеческой истории. И обращаясь к Вавилонинам, он говорит, вспомните о Господе, пусть Иерусалим зайдет на сердце ваше. И вот теперь приходят дни, когда я посещу истуканов Вавилона. И самые последние слова этой главы, с 59 стиха, это пророчество, с которым Иеремия обращается к одному из царедворцев Сидыки, он говорит о том, что Иеремия записал в одну книгу все бедствия, которые должны были прийти на Вавилон, все сие речи, написанные на Вавилон, то есть те проповеди, которые были против Вавилона произнесены, очевидно, что вот эти две главы, 51 и 50, это далеко не одна целостная проповедь, а некоторый сборник того, что записал Иеремия. И вот он говорит этому Сираи, сыну Нирии, когда придешь в Вавилон, прочитай это все вслух, привяжи к этому тексту, к этой книге камень и брось в Ефрат. Вот пусть будет это Слово Божье посреди Вавилона, потому что именно Слово, произнесенное Богом и изреченное пророком, именно оно и работает как действующая сила человеческой истории.